В детской библиотеке сегодня гости. Пятиклассники из школы-интерната номер 33 приехали с подарками. В день книгодарения они привезли прекрасные издания для детей. Мы хотим подарить вам книги, чтобы другие дети тоже обрадовались и прочитали. Мне терпится вручить вам со всей торжественностью, искренностью книги от нашей школы-интерната. Эти книги будут востребованы, потому что здесь действительно очень красивые. Посмотрите, все новенькие. Даже скорочтение есть. Я рада, что вы все сегодня к нам пришли с подарками. Но я обещаю, что и вы уйдете отсюда тоже не с пустыми руками. Детская библиотека имени Пушкина день книгодарения отмечает каждый год. Вот самое, может быть, даже приятное, это когда книги дарят наши жители. Ребята привыкли к своей школьной библиотеке, а в городской многие впервые. На этой встрече они узнают, как работает библиотека, как ведется учет книг. Кстати, в последнее время в детскую библиотеку книги стали приносить чаще. Прочитанные книги, они уже не нужны дома. Некоторые в связи с переездом дарят книги. Работники библиотеки рады гостям и дарят ребятам сладкие подарки. Да и книги они тоже готовы дарить, поэтому участвуют во многих благотворительных акциях. В этом году у нас вот 2 года, наверное, даже подряд уже отцу Роману дарим книги. В неделю, декаду инвалидов мы дарим детям из незащищенных, социально незащищенных семей. Ну и, конечно же, дарим нашим юным читателям. Если ребенок пришел, и он хочет почитать, видит, он тянется к этой книжке. Но мы понимаем, что книгу могут не вернуть, потому что ребенок маленький, порисует, испортит. Поэтому мы просто дарим эту книжку, понимая, что она нам уже не вернется. Но зато ребенку радость, и нужно как-то привлекать в библиотеку, даже таким способом.